Всем привет, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в рань. Играю, короче, ребята, в бесплатные игрушечки, которые раздает Epic Game Store. Я, скажем так, не привередлив, в чем есть игра, для какого сервиса, в том и играю. Так что эта игра у меня была в списке желаемого. Так что, ну, подумаешь, вышла не в Steam. Поиграю здесь, какая разница, ну, давайте глянем. Что оно такое? Вроде бы как о ней хорошие отзывы. Типа приключения. Приключения с некоторыми элементами головоломки. Ну, посмотрим. Я люблю приключения. То есть непонятно, это на движке игры или это ролик идет. Я счетчик кадров отключил, не видно. Там обычно у них лог. Если видно 30 кадров в секунду. Ну, давайте включим. Если видно, что 30 кадров в секунду, значит, типа, ролик идет. Если там 100 с чем-то, ну, значит, на движке. Райм. Ну, я надеюсь, я правильно прочитал. Так, выглядит красиво. Игра, насколько мне известно, не совсем оптимизирована, так как ее делала небольшая студия. Так что у нас могут наблюдаться даже на крутой, скажем так, системе некоторые глюки. Я так понимаю, что надо что-то нажать. Или он сам станет, или... Не знаю, вроде бы сам начинает. Такой темненький мальчик. Чем-то мне напоминается легенда о Корре. Они там представители водного царства, скажем так, тоже были темненькие. Непонятно, где-то мы оказались, на острове, где бы мы ни были. Я никакими мануалами не пользуюсь, так что будем сейчас вместе с вами разбираться. Если что, залезем в настройки, подкрутим чувствительность мышки, если не будет хватать. Но то, что тут по умолчанию, меня вполне устраивает. Так, бежит оно вроде само. Это создание. О, пробел прыгать. Я думаю, здесь еще какое-нибудь обучение будет. Ну, это мое типичное поведение. Переться хрен знает куда, но не туда, куда надо. Где здесь не видно никакого интерфейса, насколько его дыхания хватает. Я понимаю, что, скорее всего, у меня в другую сторону, но... Но! Это же я. То есть я нашел пробел, стрелочки и кувыркаться на шифте. Больше, походу, ничего я не нашел. Так, это он типа ускорился или нет? Стоять секунду не туда. Да, я понимаю, что не туда. Вон там явно намекает, куда идти. Но мне интересно, что это за пещеры. Их же построили. Будем исследовать. Я это дело очень люблю. Вот, например. Да, что-то здесь есть. А, он мне помогает. Говорит, типа, чел, нажми пробел. Пробел. Можно было бы играть на геймпаде, но я не люблю камерой там ворочить. Мне на мышке гораздо приятней. Давайте на секундочку заглянем в управление. Тра-та-та-та-та, прыгать. Кричать, взаимодействовать. А, есть еще взаимодействовать. Все, это все управление. Надеюсь, здесь есть какой-нибудь автосейв. Ладно, что это за ящерица? А ну, стоять, козявка. Голос у мальчика серьезный, закричал, что оно даже разбилось. Хотя я тут начинаю думать, что, наверное, сюда и надо было. Что туда так просто, наверное, не зайти. И типа надо было вернуться назад. Да, давайте проверим. А ну с какой высоты он? Че, не хочешь? Мы еще вернемся туда.
Ага, туда он, я вижу, можно наверх, да. Какие-то крабы. Ну, секунду, я включу счетчик кадра, у меня ради интереса. О, всего-то 41 кадр? Да вы чё, 41 кадр? И что здесь такого жесткого? 48? Что здесь такого прям жесткого? Я, конечно, на новом мониторе особо никаких разрывов не вижу. Картинки. Но иногда мне хочется попробовать поиграть с G-Sync. Ну, я его отключил. G-Sync отключил, просто оставил 144. 144 Гц, потому что G-Sync, там я как начитался, не всегда он корректно работает, но я сразу же сажусь и начинаю записывать. Я не делаю никаких предварительных тестовых забегов. О, чё? Так, 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 опа. Молодец. Идем наверх, что-то он не лезет так, как мне бы хотелось. Хватается как-то избирательно. Смотрите, блин, не везде удается схватиться. Есть вариант прыгнуть вон туда, есть вариант пойти налево. Еще вариант, я бы сказал, сюда, но разработчики почему-то не разрешили. 46, 47, 48 кадров. Что-то так, блин, убого. Что это? Раз, два, три. Я не успел посчитать. Какая-то ракушка. Ну, мне нравится, как игра выглядит. Такая, ух, насыщенная такая. Яркая такая, такой красный плащ у него. Можно, например, туда прыгнуть. Хм, прикол. Можно было и так сюда попасть. А смысл? Есть ли смысл? Смысла особо нет. Что, наверное, спускаться надо? Спускаемся потихоньку, потихоньку. Только вот вспомнить бы, в какую сторону. Опа. Опа. Недолет, но ничего. Не знаю вообще, что за игра. Читал, что отзывы о ней у народа приятные. Там, где сильно высоко она не прыгает. Вижу, она выглядит замечательно просто. К тому же я втулил все, что мог в настройках на максимум. Может, зря, судя по тому, что 40 с чем-то кадров. Так, главный герой у нас умеет плавать. Нырять я не додуплю какая. Ага, все. Ух ты, ё. Ты где? Вау, какая тут замечательная вода. Лучше бы они на правую сделали наряд. Ну ладно, в принципе, и шифтом проканает. Что там, трюфеля есть? Блин, в штанах. Ну, сходим наверх. Интересно, можно тут помыться? Знаете, как в некоторых играх, типа, вымазался, а потом в воду нырнул и уже чистенький. О, сам схватился, я ничего не делаю. Сам схватился. Нормально. Тут, типа, высоко. Ни карты, ни хрена нет. Ой-ой-ой, тут что-то счетчик кадра упал, я прям заметил. Блин, что с тобой, камера? А, понял, заставка. Маяк, что ли? Да, писали, что при достаточно убогой графике игра умудряется просаживать картинку. Просаживать FPS, вот как у меня сейчас. Казалось бы, что тут? Блин, не знаю, надо... Нифига себе, да блин, тут вообще упало. Что-то надо будет там, что ли, отражение выключить. Ого, я прям на дерево прыгнул. Или какой-то туннель зайти, может, тут типа больше кадров будет. Потом туда еще пойдем. Но тут еще неизведанных мест. А я, знаете, как, например, как в Диабло, в РПГ во всяких, я пока полностью все не исследую.
Вот, смотрите, какая штучка интересная. А вон, кстати, еще одна. Так, что там надо нажать? Раз, два, три, четыре, пять. Пять непонятных хреновин. Это что такое? Можно, конечно, славно прыгнуть и нахрен убиться. Да, FPS меня расстраивает. Однако. Там специально воду сделали для тех неудачников, которые не долетят. А, пробел, понятно, так не лезет. Левый shift. Ага, ни хрена себе. Спасибо за помощь. Левый shift. А, левый shift, чтобы слезть. Да не, мне и так все устраивает. Оп. И нахрен убился. Но какая-то крутая магия меня воскресила. Да, жалко, что здесь так они коряво сделали вот эти анимации, что он убивается. Ё-моё, FPS просел. Какие там 48, блин? 39 кадров, ребята. О, здесь побольше. Что это за мир? Кто главный герой? Что происходит? У меня куча вопросов. Угу. Темнеет. Я надеюсь, тут никакие зомбари среди ночи не появляются. Типа зачем-то спуститься, не знаю зачем, но сюда мы еще вернемся, если я не забуду, конечно же. Да, такое чувство, что придется открыть какой-то мануал, если я не буду справляться. Боже, при такой убогой картинке, блин, 39 кадров в секунду, ну это вообще ни о чем. Ух ты, блин, там какой-то силуэт. А ну, стоять, бояться. Вроде бы внутри, наоборот, счетчик должен вырасти. Ёлки-палки, чё ж ты так тормозишь? Вот здесь, наверное, G-Sync бы мне и помог сгладить эти неровности. Левой. Попал? Что произошло? Ну и куда он пошел? Я что, за ним бежать должен был? Исчез вообще. Вообще. Так, здесь, блин, 56 кадров, да. 81, да, счетчик надо выключить, чтобы Коля не расстраивался. Или найти место, где больше всего тормозит. А ну здесь вот тормозит. И что-нибудь вырубить. Типа сглаживания. Выберите метод сглаживания граней. А ну давай что-нибудь там попроще. FX, да. FXAA. Применить. Так. Нифига себе разница в этом самом. Сходу, блин, 64. 86, не понял. Это что, реально сглаживание так это грузит? Ого, ребята, ничего себе плавность пошла. 103. Да вы что, издеваетесь? Какое-то несчастное сглаживание так это самое просаживало. Ну, FXAA это, конечно, не супер сглаживание, но... Может, давайте TXAA? Типа, не вашим, не нашим? А ну. 67. 109. Короче, играем с TXAA. TXAA. Капец. О, ну так ё-моё сейчас, ну так, блин, ё-моё. Не, ну есть же разница. Я то сглаживание вообще не замечаю. Опа. Опа.
Так, мне очень хотелось тут слезть. Тут они говорили, надо нажать Shift. Еще Shift. Еще Shift. Теперь налево. Ух ты, что-то там медузки какие-то. Так. И что, сам схватится? Или что? А убиться тут, походу, нельзя, да? Блин, ну, анимация, камера, йо. Не выбешивай меня. О, я выжил. Забавно. Сейчас фиг знает, откуда приду. Ну, зато теперь плавность у меня какая, картинки. Крутишь башкой, блин, куда хочешь, туда это. Ладно. Что это такое? Зайчик. Что там нажать? Не то. Какая-то лисичка. Будем называть это лисичка. Ё-моё, ё-моё. И туда можно пойти, и сюда можно пойти. И туда, и сюда. А сюда нельзя. Еще я могу делать кувырок. Так, если я тут... Это я вниз спущусь. Это его я видел там с высоты, да? Это эту штуку я видел с высоты. Блин, меня радует, что FPS теперь вырос. Всего лишь надо было сглаживание исправить. И это же перфекто. Перфекто. И без перезагрузки. Ё-моё. Давай прыгай тут невысоко. Я в себя верю. Хопа. 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 Так, ну тут по любасу немного FPS просел, но, конечно же, не так жестко. 58, 55, нормально. Нормально. Так, 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 аккуратно. Тут я не пойму, если честно, что ты мне хочешь сказать? Куда? Куда? Сюда? Так я тут вроде бы был. А ну. Ну да, я здесь был. Угу. Окей. Только ляп-ляп-ляп-ляп. Только звуки, как он это босичком. Так ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Так. Я пока к тому маяку или что оно там такое, не спешу. Веди меня, зверюшка. А, погоди. Все, можно, можно бежать? О, что тут за кабанчик ходит? Эй, кабан! Не-не, в руки возьми его. Что-то орёт, это же кабан. Ого, это что тут такое произошло? И. Вах. Слышь, кабан, хочешь это? Да. Ты меня расстраиваешь. Кабан, ты меня расстраиваешь. Да блин, ты чё уронил? Ладно. Разберемся потом, куда его надо. Тут еще можно направо пойти. Так, как тут глубоко, нет? О, гля, как он ходит. Зачем он так делает? Так, тын-тын-тын-тын.
Круто, круто, круто. Куда они делись? В тебя типа вселились? Медитативная такая игра, короче, я ее, как вы понимаете, разрежу потом на кусочки, ну, в моем стиле. Что, там ничего нет? Я что, зря сюда и шел? Не, ну вот же, стена ведь есть. Вы видите, Коля заныкался. Я потом разрежу, ну, в моменты затишья, в моменты пробежек, в моменты, когда я буду замолкать. Кабан, я к тебе еще вернусь. Это типа цветы, что ли? Ага. Мостик. Не допрыгну. Так понял, умереть мой герой не может. Вот за что люблю такие игры, где вот такая свободная камера, что так можно крутить. Уи-уи-уи-уи-уи-уи. Спокойно. Именно так, как прицелился, так и это самое, так и крутнул, так и посмотрел. Не так, как на геймпаде, что там эти мертвые зоны у этих стиков и так далее. Так, не пойму, неужели туда? То есть он что-то допрыгнет? Ого, ну давай, братюня. Хочу. Неплохо. Лара Крофт, ты моя юная, можно и туда направо прыгнуть, а можно и здесь побыть. Сперва здесь глянем, что там, а потом прыгнем направо. Наверное, направо и надо, это типа выход. Хотя вот сюда можно. Я понял, много путей. Тьфу, я думал, ты достанешь. Эх! То есть два варианта сюда добраться было. Так, чайки. Нам туда наверх нам надо. Окей. Вон чайка наверху сидит. Наверх, наверх, наверх. Так, юный ты мой герой. А ну дай-ка я помозгую, чтоб я не домозгую. Так, сядем поудобнее. Чтоб думалось лучше. О, а как в другую сторону? Опа, понятно. Думаю, на геймпаде бы неплохо игралось. Ко всему можно привыкнуть. Камера тупо не крутится. Типа намекает, что прыгать туда. Ого. Спокойствие. Блин, что-то сам, я вообще вверх жму, но он вниз прыгает, ну ладно. Так, а что там спуститься, shift? Так, 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 непонятная хрень, я тебя возьму. Чайка. Так, у меня есть лисичка, ну если то лисичка, и чайка. Еще там были какие-то штуки, но я не обратил внимания. Тут уже зацепиться нельзя, все, идем отсюда. Тут уже, блин, восход. Мальчик этот не спал уже несколько. Он там вниз можно спуститься, я вижу, что ли. Зачем мне сюда? Чтобы убиться? И что он с такой высоты, ну, плавал бы? Ладно. 99, 78 FPS скачет. G-Sync как раз бы это настроил. У меня от 48 до 100... Тут, не помню, 48, кажется, до 144 у меня он настраивает. Ну, типа, синхронизирует. Только я не знаю, игра должна G-Sync поддерживать или это все? Кстати, в Windows 10 есть настройка, если обновиться на самый последний, этот самый апдейт, вот этот апрельский или какой он там майский, то можно сделать, что даже приложения, работающие в DirectX 11, будут с поддержкой G-Sync.
Раньше ведь это заявлено было только для DirectX 12. Так, наверное, мы счетчик отключим, чтобы он меня не раздражал, а то я на него пялюсь, блин. Сколько здесь всего можно исследовать? Прям глаз зараз разбегаются, хоть бы за раз игру не пройти, но я думаю, я не смогу. Ух, тут сейчас разгона и туда чпокс и не долетел. А, красиво как, красиво. Так, не понял, тут типа высота была нереальная. Ничего такого нет. Опа-на, это папа кабан, и тот может и отмудохать. Слышь, кабан, стоять. Стоять! Кабаницы. Кабану можно дать пожрать, например, что-нибудь вкусненького. Вот ту непонятку. О, это что такое? Я тут был? Куда-то, блин, заперся. Ладно. Что там, левая, правая? Не то, наверное. Слышь, лисичка, а что ты не срабатываешь? Что это за место? А, я тут нажал, оно меня вниз туда потащило. Ага, понял, понял. Все понял, я все понял, я вернулся назад. Вот оно что. Мальчик, наверное, какое-то потерпел кораблекрушение. Так, ну что, кабаны, дать вам пожрать? Сейчас будет очередная попытка покормить вас. Ну, идите сюда. Эй, кабан, пошли к мамке твоей. Беги за мной. Еще один кабан, два кабана. Кабаны, кабаны, а вон ваша мама. Мама кабан. Вау, мои миньоны. Тихо, тут один миньон застрял. Давай, 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 бро, все в порядке. Погнали. Миньоны на статуе кабана. Я, правда, не знаю, где она, но мы сейчас ее найдем. Может, тут? А вон, смотрите, ящерица бежит. Так, у меня три маленьких миньона. О, тихо, вот еще один. Так, погнали, тертуса, если что, завалим кого-то. Свиньи, они ж такие, они могут и сожрать, и человека, и клыками напороть. Вы сейчас скажите, что вы сюда не можете идти, погодите, а это не выход? Это я не отсюда пришел? Блин, это я отсюда пришел. Так, свинюшки, мы не туда пошли, вы поняли, да? Так, все нюх-нюх, снова унюхали эту непонятную штуку, нюх-нюх-нюх, мы отсюда пришли. Идем теперь туда. Статуя кабана. Так, там я, по-моему, уже лазил. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Вон еще один кабан. Привет, кабан! Ого, тут кабана. Ого, это кто такой? Ты еще меня сожри, блин. Да, блин, вы запарили. Жрать! Статуя оказалась не кабана, но... Ха! Хо! Ху-хи-ха! Так, мы знаем, куда эта штука по это самое пойдет. Она пойдет вон туда. Сейчас я гляну, туда вообще видно, куда она летит? Где там? Видно. Опа. Ну чё, кабаны, круто я вас покормил. Можно вниз, можно наверх. Блин, глаза... Ах, ты же он силуэт того непонятного чечика. Это из игры Journey. А, она тут заблудилась. Кабаны! Да блин, ну нажимайся, что ли. Привет! Зачем вы мне? Так как...
Какая кнопка? А. Не знаю, понадобится мне свинюшки или нет. Пока пойдем без свинюшек, а там будет видно. Возможно, свинюшки нужны будут, чтобы там подвинуть какую-нибудь вещь. Вот, можно спуститься. Где-то силуэт, он еще там, да? Мы к нему обязательно сходим. Обязательно. Но сперва разведка наземная. Скажем так. Я не знаю, стоит туда плыть или нет. Что у вас здесь? Я не вижу ничего интересного. Не залезть никуда нельзя. Медузы бьют током оно. А ну. Что ты не всплываешь? А, не понял, что такое? Туда типа нельзя? Типа граница уровня? Он такой типа подплывает и потом раз назад. Хм. Типа не уплыть. То есть невидимые стены, но это по-нашему. А просто вот так по диагональке поплыть туда можно? Может, какой-нибудь крокодил сожрет? Хм. То есть к медузам нельзя, а здесь можно? А, чисто в океан выплыть. Кто ты? В красном плаще. Что-то такие текстуры убогие этой земли. Гляньте, какие они страшные. Капец какой-то. Минимализм. И не залезть туда, да? И это печально. Хотя нет, там он. Так, есть вариант с кабанами туда поплыть. Как вам гениальная моя идея, а? О, это что еще за место? Где поплыть с кабанами? Ну что, кабаны? О, с папкой кабаном. Так, папа кабан, нюх-нюх. За мной. И туда, к воде. Алло, что, к воде никак? Ну, сюда, к воде. Ты не говоришь, что сюда нельзя. Вот, нормально. Хряк так хряк, да? Топ-топ, и он малыш такой. Малыш-хрякозавр. И теперь мы туда поплывем, или я не знаю, или мне кинуть его в воду, или что сделать, чтобы ты мне помог. Не-не-не, куда? Нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх, я здесь. Нормуль? Там еще бежит твое дитё, сзади отстало. Ну и теперь каким-нибудь образом в воду давай. Давай, кабан, я на тебя сяду. Стоять! Сука! Ах ты ж. Свинья такая. Не, ну и как я должен туда добраться? Кабан, ну. Ну ладно, блин. Я тебе еще припомню, как ты мне помог. Тебе еще все припомню. Свинья такая. Ну что с той лисичкой делать? Как же туда добраться? Мерзкий кабан не захотел мне помогать. Зачем мне нырять? Да вы чё? Кто ж знал?
Чум-чум-чум-чум, а то тело уже ушло, не? Ушло. Так, типа автосейв что ли сработал? Кавабанга! Что-то тут огонёк не очень быстро бежит, это он типа дает его догнать. Да бегу, бегу. Да, кабан? Жалко, на тебе нельзя погоцать, то бы сейчас бы сел. И чё? Так, и что у нас будет теперь? Водичка заработает? Ну давай. Лисичка. Ух ты, блин, гавкает. А я думал еще, как я туда попаду. Окей. Ну что, видите, все просто. Вот где-то в этом месте можно будет и ролик разрезать. Но это еще не факт. Не факт, что это будет именно в этом месте.